Чувашский государственный университет – место встречи самых активных и спортивных студентов России. География Всероссийского форума «Студенты ГТО» впечатляет. Москва, Владимир, Казань, Екатеринбург, Оренбург, Республика Марий и многие другие. 120 участников из 18 вузов проверили свои силы. Готов к труду и обороне. Под таким девизом жили миллионы советских людей. Мощная пропаганда здорового образа жизни казалась нерушимой платформой духовного и физического оздоровления нации. Но после перестройки программа ГТО быстро отправилась на задворки истории. И только в 2013 году по инициативе Путина физкультурно-оздоровительный комплекс начинает возрождаться. Приоритетное направление – вовлечение молодежи в программу ГТО. Сегодня не будет проигравших, ребята. Почему? Потому что представительном форуме это уже достижение успеха. На того, кто сдает ГТО успешно, хорошо, приятно смотреть. Это подтянутый молодой человек или девушка, но что говорить, глаза радуются, душа поет, глядя на таких молодых людей. Это не только нужно студентам, которые занимаются спортом, но еще и тем, кто хотят попробовать себя и узнать, на что же они способны. Способны ли они сдать такой же норматив, как сдавали их предки в Советском Союзе. В рамках форума организована образовательная и спортивная программы, мастер-классы, дискуссионные площадки, научно-практические конференции. И самое главное – это сдача нормативов ГТО. В 2016 году мы начали работать со студентами. Организовали в общежитии ЧГУ номер 6. Это полностью реконструированный спортивный зал с современным оборудованием. Появляется такая замечательная студия подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это, конечно, будет в первую очередь студенческая студия, куда смогут попасть каждый студент нашего университета. Ну и помимо этого, молодежь города Чебоксары, если кто-то захочет приехать из регионов и Чувашской республики. Мы для этого всегда открыты в университете. Всероссийский фестиваль «Студент ГТО» станет толчком для возрождения здорового образа жизни в республике. С этого года результаты сдачи комплекса ГТО будут вноситься во Всероссийскую базу данных. Татьяна Филатова, Анастасия Лангина, Алексей Апанаев, Республика.